Привет, советки! Сегодня я вам расскажу о виде ушастая сова. Коим представителем является Кёрби? Ушастые совы, или осиотус, являются средними совами. Длина их тела 35-40 см. Вес от 250 до 430 граммов. Ушастые совы – это совы средних размеров с очень заметными перьевыми ушками, которые находятся на макушке, но не являются органом слуха. Орган слуха у совы спрятан за лицевым диском, то есть все лицо у совы является сплошным ухом. Окрас у ушастых сов варьируется от светло-бежевого до серого темно-коричневых цветов. Клюв и когти черного цвета. Глаза у ушастиков варьируются от ярко-желтого до насыщенно-оранжевого цвета. Ареал обитания сов – хвойные смешанные леса. Часто рядом с ними находятся открытые поля. Также совы селятся в садах, на кладбищах, в лесистых местностях при городах. Гнездятся совы чаще всего в старых гнездах ворон, потому что им проще отобрать гнездо, чем самим строить его заново. Число яиц в кладке обычно бывает 4-5 штук. Но если год выдался благоприятным, много пищи, то тогда это количество достигает 7 или 9. Когда совятам исполняется примерно 4 недели, они уже покидают свое гнездо. Но родители продолжают заботиться о своих птенцах. Вот такие вот они интересные ушастики. Сейчас у Кёрби идет активная линька. Все такие крупные маховые рулевые перышки он забросил. Сейчас линяет такими вот, покровные, что ли, они называются, не помню. Следующая линька на зиму ожидается у него примерно в конце июля, в начале августа. Тогда он будет много кушать просить, чтобы запасать жирок зиме. Сейчас Кёрби греется на солнышке, а так он очень любит гулять на улице и принимать солнечные ванны. Ультрафиолет для сов важен как профилактика от паразитов, в первую очередь от пуха пуроедов, но и не только от них. Во время линьки солнце важно для новых формирующихся перьев. В общем, Кёрби как и водные процедуры любит принимать, так и солнечные. Пойди, кошечки. Кёрби! Ремешки на лапках у совы
называются опутинки. Это амуниция хищной ловчей птицы. У Кёрби они состоят из манжетов с люверсами и пуцов. Опутинки на каждую птицу делаются индивидуально. Делаются они из натуральной кожи, из максимально легкой, но прочной. Опутинки выполняют роль как ошейник и поводок у собак. Если птица тренируется или выносится на улицу, у нее должно быть такое снаряжение. А у Кёрби в лапке заячий хвостик. Да, кушать там нечего, скажи, но можно помусолить. Кусь, кусь. Чем бы сова не тешилась?